В преддверии Дня Великой Победы Сергей Морозов вместе с представителями и активистами волонтерского корпуса Победы Ульяновской области обсудили результативность акции «Георгиевская ленточка». Собравшиеся обсудили вопросы деятельности молодежного корпуса Победы и проектную деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мы постоянно работаем, то есть круглый год мы помогаем в организации мероприятий, это прежде всего именно патриотической направленности, ну и, конечно же, мы не забываем про ветеранов, всегда им о них помним, помогаем, благоустраиваем памятники, очень много безымянных могил, и мы о них заботимся, берем над ними шефство. Таких неравнодушных патриотов, задействованных в региональном волонтерском корпусе, насчитывается около 1500 человек. Именно благодаря их деятельности в 2016 году наш регион вошел в десятку самых эффективных и активных отделений России. Также Ульяновская область вошла в тройку отобранных регионов для проведения палаточных лагерей юнармии. Это совершенно новая, не форма сама по себе, конечно, да, палаточный лагерь, мы понимаем, давно существует, но палаточный лагерь такого уровня с настоящими военными палатками, с настоящими такими декорациями именно для военных учений. И вот выбрано всего лишь три региона, это Москва, Новосибирск и Ульяновская область, где пройдут такие палаточные лагеря. Сергей Морозов поблагодарил всех участников встречи за то, что в регионе есть такие патриоты, которые со всей ответственностью и пониманием подходят к своему делу. А вы это делаете? За это, конечно, вам надо, несмотря на ваш юный возраст, низко поклониться. Мы всегда с нетерпением в руководстве Ульяновской области ждем прихода первомайских и связанных с Днем Победы праздников, потому что удается найти время пообщаться и с молодыми людьми, с такими, как вы. В праздничные дни в регионе запланировано множество мероприятий. Это конкурс строя и песни, акция «Бессмертный полк», парад детских войск и многое другое. Все желающие могут принять участие в любом понравившемся мероприятии. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.